военном учебном центре ЮРГУ активно ведется подготовка ко Дню Победы. По традиции, в преддверии праздника на главной площади университета проходит торжественное построение личного состава военного учебного центра вуза. В этом году торжественным маршем перед зрителями пройдут порядка 1600 человек. Репетиции начались уже в марте. С моей кафедры было порядка 300 человек. Отобрал я 90. Кафедра танковых войск, вторая коробка, у них порядка 400 человек. И они также отобрали 90 человек. Лучшие из лучших примут участие в параде Победы 9 мая на площади Революции. Каждый из обучающихся военного учебного центра прошел отбор по основным критериям – рост, выносливость и координация движения. В УЦ ЮРГУ представят 160 слушателей. Понимаю, что Великая Отечественная война в 1945 году, когда она закончилась, понимаю, что наши солдаты воевали, отдавали свои жизни, пот, силы и все такое. Но я должен отстоять это время, 9 мая пройти. В первую очередь я ощущаю гордость перед ветеранами, то, что мы должны отмаршировать так, чтобы они не то что гордились, просто отдать дань уважения им, потому что они сделали действительно очень важный и весомый шаг, поступок для нашей России. На данный момент проходит второй этап подготовки к торжественному построению и параду Победы. Это репетиции строевых песен, оттачивание синхронности и координации движений, тренировки парадных расчетов и парадных коробок по шеренгам. Отметим, что торжественное построение пройдет 7 мая.